Приветствую вас! Как мы с Платошкиным не поделили Путина? В чем напомнить? Что я много раз говорил и еще раз повторяю. На сегодняшний момент наиболее оптимальный вариант для решения проблемы Донбасса – это не Минское соглашение. Ну ничего с ними сделать нельзя. Пролилась кровь, стреляли. Какой особый статус? Ну, ребята, ну приняли закон. А как оружие забрать у сепаратистов? Ну да вы же никогда их не дадут. По этой причине, понимаете, я говорю как прагматик, что на сегодняшний момент, что может сделать, ну, как бы российская власть, ну, прежде всего, конечно, Путин, потому что такие вопросы решает только Путин. Признать независимость ДНР и ЛНР, установить с ним дипломатические отношения и в госбюджете России, ну, включить финансирование ДНР и ЛНР, Абхазию финансировать, чтобы правильно понял. Тогда действительно у жителей ДНР и ЛНР появляется будущее. Другого будущего я не вижу. Я думаю, даже стрелять прекратят. А самое главное, что действительно тогда как-то можно будет выживать ДНР и ЛНР. Потому что сейчас нереально. И вот эту мысль, которую я часто повторяю, повторил Платошкин сегодня на телеканале, на Первом канале, там время покажет. Я сказал, в данном случае действительно необходимо, чтобы Путин признал. И тут получилась курьезная ситуация. Он начал критиковать Путина, что Путин не хочет признать. Я начал защищать Путина. Тожились, потому что получается, я понимаю, что да, это надо сделать. То же самое тебе происходно, понимаешь, что это не так просто признать независимость ДНР и ЛНР. Но я прагматик. Я понимаю, что будущего ДНР и ЛНР нет. Все, что можно, это признать ДНР и ЛНР, заморозить на ближайшие 100 лет. 100 лет! И через 100 лет, ну, если не будет стрелять, уже немножко как бы все затихнет. Люди немножко так заживут раны, воспоминания. То тогда можно будет поговорить. Сейчас Минское соглашение. Так что в данной ситуации Платошкин не прав. Путин умный человек. Я думаю, что, наверное, подсознательно он и хочет признать независимость ДНР и ЛНР, но это не так просто. Так что, как видите, дискуссия получилась очень бурная.